Здорово, а ты кто? Я студент. Да ладно. А на каком курсе учишься? Да на каком? Я только поступаю. Да ладно, и я тоже. Так это получается, мы с тобой теперь одногруппники. Круто, правда? Видел бы ты, какая у нас математичка будет. Постоянно будет на тебя орать. Я приезжий. Пытаюсь найти общагу, но почему-то не нашел. Тихо, не шевелись. Там наша училка по математике. Что за упыри? Да наши будущие одногруппники. Бибей боба. О май гад, уже утро. Я же маме обещал почистить унитазы. Ладно, я пошел. Здорово, а чем занимаетесь? Кличку пытаемся подобрать. Так я вам помогу. А я придумал, ты у нас будешь лунатиком. А чё, по-моему, неплохо, я согласен. Вот моя училка меня по математике чуть не сожрала, круто. Если ты не хочешь, чтобы меня съели, скорее вытаскивай меня отсюда. Кузьма, ты жив? Да. Небольшое сотрясение. Ну, сейчас схожу к нашей медсестре и все пройдет. Здорово, лунатик, здорово. Ух ты, чем занимаешься? Говорящее говно спасаю. Это ж говорящий чернозем из речки. Лунатик, бери ведро и тащи ее в воду. Это что, парашютик, смотри. Ты чё, мы же завтра пиздюлей получим, заставят нас убирать. Да не волнуйся, они в цветы превратятся. Ой, блин, уже ж поздно. У меня сейчас общага должна закрыться. Я ж на улицу буду ночевать, если не приду вовремя. Слышь, лунатик, ты когда-нибудь задумывался, что там в этом водном пруду? Да я был в этой общаге, там одни озабоченные. А там трава хоть есть? А, ай! Ты чё? Недоделанный, ты чё совсем друга чуть не убил? Извини, Кузьма, я летать учусь. Чего? Вот мне даже летать не надо учиться, я вон прыгаю высоко. Захотел вверху, захотел внизу, а не так на травинке летаю. Кузьма, я батут нашел. Надо варить-то батут нашего директора. Хотите много пузырьков? Можно через паутину пускать. Ну придумала. Директор наш жлоб, ни за что нам это не даст. Одуванчик. Бревно. Вы что, оборзели? Вы бы с моей мамкой не рассчитались, если бы меня убили. Помогите. Кузьма, держись. Сори, товарищ лейтенант. А, с дороги, старик Хатабыча. Да плюнь ты на них, они уже все равно не вырастут. Ты уже их сбил своим бампером. Найти бы этого харкальщика, чтобы он меня научил плеваться, так же, как и он. Что это за слон был, который все грибы потоптал? А, здорово. Что вы тут шастаете среди ночи? Я хотела найти плевольщика. Эй, чаленок, иди ложись рядышком-то. Ну иди к черту мое дело предложить. О май гад, летающее говно. Здорово, лунатик, что это у тебя? Да, это господин директор дал. Круто. Ну давай, я буду Кинг-Конгом. Ну зашибись, что ты наделал? Господин директор меня сожрет. Лунатик, здорово, я здесь. Вот ты нашел жрачку, молодец, сейчас сожрем и кому не дадим. Ой, блин, ну я и дотик, теперь она грязная. Ну ты ее, короче, неси, а я буду в качестве Сусанина. Эй, ты что там застрял? Лунатик, я больше не могу, меня сейчас разорвет на части. О, давай ее в листик закатаем, чтобы не дразниться. Кузьма, что это за звук? Как будто ссать кто-то сел. Да это ж наша канализация течет. Ты не слышал звук? Это, наверное, канализация течет. Да ну бред, не неси. Бежим! Кузьма нашелся. Да мы вообще ни при чем, канализацию прорвало. Ленатик, ты живой? Живой, отойди, а то к соплям приклеишься. Ой, это что, сопли? Да не ссыте, я вам помогу. Хватайтесь! Сейчас я вам принесу пожрать. Только не просрочку, а свежую траву. Да сколько можно жрать надоели? И это мой любимый музон. Ага, и мой тоже. Живо выключите свою какофонию. Все-таки противный наш господин директор. Всем испортил настроение. Лунатик, какой подарок, он даже взяток не берет. Я ж тебе говорил, ему вообще похер, что бы ты ему не давал. Хоть взятки, хоть не взятки. Ему бы бабушу б готовила.